12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, в Одинцовском городском округе прошел Общероссийский день приема граждан. Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов, принимал жителей в партийной штаб-квартире на Можайском шоссе. Ирина Муравлева – руководитель проекта «Серебряный Орфей», который был создан для организации интересного досуга для пенсионеров. Участники объединения имеют возможность всесторонне развиваться. Все, что им нужно – постоянная площадка для проведения встреч. Андрей Иванов пояснил, что этот вопрос можно решить благодаря проекту «Культура малой родины». И муниципалитет готов помочь с подбором подходящего помещения. Чтобы была эта штаб-квартира, чтобы мы могли, соответственно, и ваши реквизиты хранить, и что-то новое покупать, обновлять какое-то оборудование, размещаться в залах, покупать услугу по, там, не знаю, по бассейнам, по спортивным залам, по какие-то культурные мероприятия, выезжать, автобусы. Вот для этого, конечно, нужны определенные денежные средства, которые мы запланируем в своем бюджете. Помимо всего того, что делает социальная защита. На личный контроль глава муниципалитета взял вопрос полковника Игоря Застружного об организации регулярных выездных медицинских осмотров для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проекта «Здоровое будущее». Секретарь Одинцовского отделения «Единой России» пообещал проработать это обращение вместе с территориальным управлением областного Минздрава. Эти функции контроля для себя организуем и проговорим с медиками, будем просто им еженедельно напоминать и потом просить отчитываться о том, что они сделали. В ходе приема Андрей Иванов поручил Одинцовскому управлению ЖКХ в кратчайшие сроки разобраться с водозаборным узлом в Горках Десятых по просьбе жительницы поселка Веры Молодцовой. Женщина сообщила, что качество воды в нескольких домах населенного пункта в последнее время сильно ухудшилось. В ходе приема глава округа выслушал много вопросов, пожеланий и просьб, с которыми пришли люди. По мнению главы муниципалитета, проведение таких встреч помогает найти решение любой проблемы благодаря детальной проработке каждого обращения и незамедлительно принятых мер. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».